Его подвиг бессмертен, а память о нем незабвенна. В Черкесске прошел открытый турнир по плаванию, посвященный памяти нашего легендарного земляка, Героя России, генерал-майора авиации Каномата Хусеевича Баташева. За состязаниями следил Ахмат Халкечев. На официальной части открытия соревнований к участникам состязаний с напутствиями обратился и родной брат Героя России Каномата Хусеевича Мурадин Баташев. Он поведал, что плавание было в числе любимых видов спорта легендарного генерала. Именно спорт закалил в нем волю и характер, определивших его стезю. Желаю участникам соревнований быть достойными его памяти и быть лучшими в своем виде спорта, как Каномат был лучшим в своем деле. Мемориальный турнир, хоть и проводится всего лишь второй год, уже показывает весьма высокий результат, как в плане количественном, так и в плане качественном. В этом году в состязаниях принимает участие около 300 спортсменов из 4 регионов СКФО. У нас достойные соперники, но мы не подведем нашу республику, будем стараться и будем занимать места обязательно. Лучшие пловцы Ставрополя, Ингушетии, Северной Осетии, ну и, конечно же, хозяйки турнира Карачаево-Черкесии в течение 2 дней оспаривали право на первые ступени пьедестала в 9 возрастных группах. Каждая группа выступает в нескольких стилях. Конкуренция есть, соревнования, скажем, организованы на таком довольно хорошем уровне. Ну и, в принципе, есть с кем посоревноваться, есть где поплавать. Высокого уровня спортивная конкуренция проявилась с первых же стартов. Оно и не удивительно, ведь каждый регион старался выставить своих самых титулованных пловцов. Разумеется, исключением не стала команда и нашей республики. Хорошо проплыл, вроде бы, мне еще одна дистанция. Были какие-то сложности? Ну, вода тяжелая, тяжеловато было в этот раз. В больших соревнованиях на СКФО, на дельфине тоже плавала. Разными видами. Ну, настрой боевой, готово. В общей сложности спортсмены Карачаево-Черкесии завоевали 54 медали, 16 из которых золотые. Ну а серебро и бронза в копилке наших пловцов поровну – 19 медалей. Ахмат Халкечев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.